находимся в городе Клин, около торгового центра «Семья». Здесь сейчас проходит праздник, он только начался в 16:00. Видите, праздник красок. Я так понимаю, что вот они, довольные дети. Значит, смысл этого праздника, как я понимаю, обсыпать прохожего краской. Я не знаю, это кому-то интересно, весело. Вот свои дети еще распечатывают пакетики. Я не знаю, кто тебе будет счастливцем. Смотрите, что делает. Вот на черной одежде вообще отлично смотрится. А вот мне интересно, они обсыпают всех или только прохожих? Давайте пройдем дальше, посмотрим, что здесь. О, здесь уже, я так понимаю, уделали всех. Ну, смотрите, делают, смотрите, обсыпают краской, делают селфи. Смотрите, как здорово. Ну, в общем, я так понимаю, вот такое вот детское безобразие детям очень нравится. Ой, видите, смотрите, ой-ой-ой, она всем на голову посыпала, сейчас все будут мальвинами. Ну, вот, давайте пройдем дальше, посмотрим, что у нас дальше.